Добрый день, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и актриса кино. И сегодняшнее видео я хочу начать с таких слов, что главное – взгляд, голос, и это будет равняться успеху. Что ж, сегодня у нас будет небольшое упражнение на развитие воображения и концентрации. Кому это видео будет полезно? Тем людям, которые не занимаются творческими профессиями. Это физики, математики, кандидаты наук, у тех, у кого плохо с воображением. Например, вы видите в лесу елку, а вот нарядите ее по-новогоднему, ваше воображение уже не может. Вы не можете повесить туда шары, игрушки, гирлянды. Или вы идете в большом, огромном потоке людей, они вас раздражают, вы хотите их всех нарисовать пингвинами, а воображение вам это не дает. Что ж, сегодняшнее упражнение разовьет ваше воображение. Вы можете делать его дома. Что для этого понадобится? Это какие-либо легкие небольшие предметы. Например, крем для рук, зубная щетка, большая ложка или туалетная бумага и блокнот. Эти предметы имеют небольшой вес, и их можно спокойно взять в поле зрения. Что мы с вами делаем? Первое. Мы концентрируемся на блокноте. Я сейчас вам как раз покажу. Вот я концентрируюсь на блокноте. Он без рисунков, однотонный. Это нам как раз очень поможет. Я зафиксировала, запомнила этот блокнот. И сейчас я пытаюсь его повесить рядом. Вот сейчас блокнот висит у меня рядом. Я вижу и этот блокнот, и блокнот здесь. Теперь, помните, я сказала, что он однотонный? Я попробую сейчас его разукрасить и повесить на его обложку цветок или птицу. В данном случае я вешу маленькую птицу и вокруг нее цветы. И вот у меня уже не коричневый блокнот, а блокнот разукрашенный. Угу. Если вы сейчас следили за моим взглядом, то могли увидеть, что взгляд у меня изменился. Он стал сконцентрированный и он стал немного тяжелее. Вот сейчас я с вами спокойно разговариваю на камеру, я уже не вижу блокнот. А вот сейчас перед камерой, вот я повесила блокнот. То есть я еще и увеличила расстояние. То же самое вы можете делать и с кремом для рук, да? То есть вот я сконцентрировалась, повесила его рядом. И сейчас я могу усложнить это упражнение тем, что у меня есть моя рука, да? Я могу сконцентрироваться теперь на моей руке. И вот у меня уже здесь крем для рук и моя рука. Сейчас я также могу с помощью воображения выжать тюбик крема на руку и смазать руку. Но это уже вы можете делать дальше для начала. Воспользуйтесь вот этим вот легким упражнением. Вы видите предмет и переносите его рядом. Если вы будете делать это упражнение каждый день, то потом вы можете его усложнять, и ваше воображение начнет развиваться, развиваться и развиваться. Также сегодня я вас хочу пригласить на свой авторский курс по сценической речи, которую я назвала «Говори эмоционально». Курс рассчитан на один месяц, два раза в неделю занятия, один академический час. После прохождения курса вы получаете сертификат. Если вы снимаете видео на YouTube и говорите за кадром, считаете, что у вас что-то не получается, то в таком случае добро пожаловать ко мне на курс «Говори эмоционально». Что ж, с вами была Лара Шум. Если это видео было полезно, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, записывайтесь ко мне на обучение. Вся информация есть под этим видео. И заканчиваю это видео такими словами, как «Говори эмоционально, работай со взглядом, и тебя обязательно ждет
успех. Всем пока-пока. С вами была Лара Шум.